много врагов нападало на нашу землю. Теперь поразил нас порог и хитрый враг, это жидовство жиды. Но они выставили против нас пидорасов, Медведева и Путина сейчас. И мы должны преодолеть это. Вот идея Великой России и одноименное наименование имя партии Великой России наиболее благоприятствует, так сказать, мобилизации и самоорганизации всего мужского поголовного населения России на решение этой задачи. И мы сегодня доверяем Савельеву быть нашим лидером в этом деле. И собирать охранные отряды. Мы ему будем помогать, и мы будем решать все проблемы и задачи, которые с этим возникли. Добежит от лица его, ненавидящий его.